Рассуждая на тему мускулов России, на ум приходит великое множество вещей. Однако ни одна из программ вооружения не злит западный эстеблишмент, как размещение ядерного оружия там, где его видеть страны НАТО хотели бы меньше всего. В силу того, что Североатлантический альянс практически открытым текстом посылает Россию и откровенно плюет на любые ранее заключенные договоренности, руководству России не осталось ничего другого, кроме как сыграть на опережение. Вероломное ядерное наступление, так красочно описанное в доброй сотне американских планов и стратегий, в условиях современных средств сдерживания фактически невозможно. Крым в глазах американцев – это большое острие копья, которое находится в руках русского медведя. Говоря о том, что могут противопоставить США России в плане размещения ядерного оружия и средств по его перехвату, о серьезных вещах говорить пока не приходится. Хваленое американское ПРО явно не оправдывает ожиданий. Объекты ПРО в Чехии, Польше, Румынии не спасет территорию Европы и самих США от ядерного удара из России. Относительно средств перехвата и прикрытия сил ядерного сдерживания, у России есть целая масса средств объективного и технического контроля. Говоря о размещенных объектах вблизи границ ЕС, стоит упомянуть оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Под прицелом «Искандеров» находятся те самые элементы и объекты противоракетной обороны, которые в случае военного конфликта придется давить в первую очередь. С Крымом ситуация куда более интересная. В Минобороны от заявлений по поводу размещенного в Крыму вооружения отмалчиваются, что в общем-то и понятно. Однако целый ряд как российских, так и зарубежных аналитиков утверждают, что в Крыму российское руководство совершенно точно разместит ядерное оружие, причем в самый кратчайший срок. Как известно, ядерные объекты РВСН РФ прикрывает хорошо укрепленная система ПВО. Любимым делом американцев всегда являлось приезжать туда, где их не ждут. Особенно явным этот факт стал во время совершения антиконституционного переворота на территории Украины, когда в акватории Черного моря оказался эсминец УРО «Трекстон» ВМС США. Однако, если тогда целью визита американских моряков являлась демонстрация флага, то в случае со вторым, менее успешным визитом эсминца «Дональд Кук» суть заключалась в откровенной провокации. Однако для американских моряков снова выпал счастливый случай. Зайди они за границы дозволенного, по ним мог сработать еще один рубеж обороны – береговой ракетный комплекс «БАЛ». Анализируя все факты, доводы и происшествия, можно смело заключить, что милитаризация Крыма и размещение там ядерного оружия – главная гарантия нормального восприятия реальности Западом. Крымский гамбит Путина постепенно начинает достигать своей цели.